Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и Жека, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Валюшка в Майнкрафте», да. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, поэтому вы прекрасно все знаете, что нужно делать. В первую очередь влепить огромнейший палец вверх на вот эту серию. Влепите прямо сейчас, да. Только это сделаете, подпишитесь на канал. 15 тысяч лайков и сразу выйдет следующая серия. Мы прям обещаем, поэтому ставьте лайки, да. И погнали. Давай. Погнали! В общем, у нас тут с Жекой небольшой челлендж. Мы уже не спим вторые сутки, потому что нужно записывать ролики наперед. Вы этот ролик смотрите тогда, когда я нахожусь в Португалии. Я за всю ночь записал 4 ролика, смонтировал 8 роликов, и у меня через там пару часов самолет, но я записываю еще вот этот. Сложно жить. Вот, поэтому. Надо взбодриться. А, ребят, ставьте лайкусики, мне реально будет очень приятно, если вы меня поддержите, потому что мне последние там пару дней очень непросто живется, на самом деле. Постоянные стрессы для того, чтобы улететь куда-то на пару деньков отдохнуть. И вы, кстати, ребята, можете смотреть мои фоточки, мои истории в Инстаграме. Я оставлю ссылочку в описании, сразу же первая ссылочка. Смотрите, куда я поехал и как я там отдыхаю. Да, ребята, и как вы видите, мы уже построили два таких замка, уже пирамида у меня... Самый красивый замок и самый красивый дом на этой планете. Ох, вот именно. Поэтому, ребят, у меня алмазная армия в этой серии. Алмазная армия, поэтому давайте, нужно начинать, нужно сражаться. И нужно рвать Жеку на части. Надеюсь, что у меня в этой серии получится. Потому что в предыдущей серии была ничья. Погнали, ребят, погнали. Иди сюда. Чё ты драться хуй? Иди сюда. Нет, мы с тобой драться не будем. Мы будем драться с помощью наших подчиненных, понимаешь? Это да. Мы на самом деле как бы лучшие друзья, поэтому мы не деремся. А мы зато мы натравливаем на друг друга всяких мелких говнюков. Нормально, да? Ну ты зараза. Честно. Нет, ой, мы вообще с тобой заразы. Короче, ты готов к битве? Я готов, да. Ну, мои, как всегда, тебя уделаю с копочкой никогда. Выпускай, давай. Хватит меня смешить, пожалуйста. Мне сейчас не до вот этих ваших смехуючек. Все, поехали. Я не так выпустил, подожди. Посмотри в атаку! Давайте! Вот, да! Так, Эдисон, пока наши воины дерутся, я предлагаю поговорить о каких-нибудь важных делах на случай. Хорошо. А, на самом деле, тут очень эпично. Очень-очень эпично. Но мне кажется, что... Кто выиграет? Я на самом деле не знаю. Вот так, пацаны, еще один подход. Давайте. У меня тут проблемка небольшая. У меня как бы мои чуваки вообще не хотят идти в бой. Они вообще. У меня стоят на моей базе. Прям вообще. Ну я тогда еще одних выпущу. Ходячки, лошадки, вот эти печенюшки. Давайте в бой. Жеков. Пожалуйста, ребята, ну нас атакуют, куда? Так, подожди, только не говори мне, пожалуйста, что они не могут спускаться по лестнице, пожалуйста. Это будет очень печально. Я манал, если это так. Ты понимаешь, в прошлых сериях я сделал наверх подъем, они не могли подниматься. Хорошо. Да. А сейчас что? Теперь я не могу спускаться. Ты вообще какой-то странный человек, честно. Ну, блин, а у меня не входило, понимаешь, не входило. Ну, когда не входит, это тоже очень печально. Не входит, заходит и не входит, понимаешь? Входит или не заходит? Я не знаю. Определись. Я не понимаю, что происходит. Пацаны, ты лидируешь, ты только посмотри! Ну у тебя еще до хрена войс стоит просто на улице. А еще на базе делаете? Кучу. ДЕБИЛЫ! У тебя они тоже дебилы. Эдисон. Я видел, что ты. Что ты дурак. Я немножко дурак. Ты вот это как-то заранее продумывай, чтобы они не перепрыгивали. Я, Эдисон, понимаешь, я не спал сутки, как и ты. Я тупой. С этим соглашусь, да, с этим я согласен. Хорошо. Ты можешь, если что, там посчитать, сколько я их выбежал и заспавнить заново. Да? Ну, если хочешь, ну, я вообще типа, по барабану. Тут проблема, понимаешь, в другом. Проблема не в том, что у нас тут ты не можешь. Вот, оно самое. Да. То, что мои как бы тут столпились, и выходить они не собираются. И что делать? А еще твой чувак бросает в меня какую-то хрень, а ему ничего... А, нет, его убили. А что делать? Смотри, сколько воинов у тебя, и смотри, сколько воинов у меня. У меня на 20 меньше уже.
Вот и что мы будем делать? А они могут как-то, ты можешь это приказать, чтобы они напали на меня? Нет, ты, Жека, просто не учишься на своих ошибках. В смысле, нет, стоп! Такой ошибки я еще не допускал, я делал подъем, но я не делал спуск. Они сейчас по одному будут идти, да, и конечно, я тебе клянусь, честно, я вообще даже не подозревал, что так произойдет. Ну, ты, ну, не специально. По логике, если человек спускается вниз, и он не может подняться наверх, то если он спустится вниз, он там застрянет навечно. Ну стоп, когда я тебе сказал об этом, когда я строил карту, ты ничего не так сказал. Так ты должен думать своей головой, а не моей! У тебя своя голова на плечах есть! Я с тобой советовал! Да мне вообще по барабану, строй что хочешь, понимаешь? Так, Эйсон, я не знаю, что делать. Мы можем чисто теоретически сделать. У меня уже половина войск куда-то выбралась, потому что охренеть, типа, ты строишь и не думаешь вообще, не думаешь, понимаешь? Смотри, они дальше, да, посмотри, убирайся. А ты кто, ты зачем сломал, я ж тут закрыл. А что мне сейчас делать, у меня половина войск уже гуляет где-то. Так посчитай за спавник. Охренеть! Давай перемирие! Давай, я тебе что я могу предложить? Mm-hmm. Забирай моих желтых лошадок, mm-hmm. и все, и уходи. Oh, а не трожь женщин и детей. Подожди, это женщины и дети. Mm-hmm. Они спрятались, видишь, под землей. это прекрасно, это прекрасно. А ты их хочешь убить, ты понимаешь? Так, я свою армию немного перестроил. Это хорошо. Это хорошо, но это сути как бы не меняет. Мне кажется, я намного меньше их сделал, чем убежала. Поэтому нужно еще будет сделать, но хорошо. А что делать? Что делать? Я не знаю. Я тоже не знаю. Вот твои придурки по одному заходят и начинают стрелять в моих. Сейчас все решим, сейчас все будет. Сейчас их замани внутрь, заманим этих дебилов! Давай! Слушай, они реально поспускаются. Идите потихоньку сюда, идиоты! Они спускаются, давай, еще вот сюда, вот сюда еще одного заспавни, да, я не подыму. Сейчас еще мне нужно тогда будет заспавнить, то я твоих заспавнил кучу просто, понимаешь? Ну они же без брони, в принципе, сразу убивают. Это без разницы! Я не знаю, что происходит. Да вы можете сюда идти! Вот сюда, вот смотри, ой. Ой. Давайте, пошла жара! Теперь давай свои спавни. Давай, без броньки, все в атаку! Тихо, ты шо? Давай, не переборчи там. Давай. Тебе это на 20 стало больше, ну ладно. Сейчас все будет. А было на 20 меньше. В смысле, а ты учитывая, что у меня там 3 человека просто где-то за твоей пирамидой гуляют. Типа ты мне Nexus сломал. Да? Ну да. Чё ты как наспавнил их? Ты слишком их много наспавнил. Держите! А, ну сейчас тебе уже Nexus сломал и все, теперь держи называется. Держите, да! Еще Nexus поставим! Новый Nexus у нас есть! Новый Nexus, держите! Видишь? Все решается. Просто нужно включить себе смекалку, понимаешь? Все решается, но теперь у меня какой-то перевес, потому что у меня Nexus был где-то не с полными хп. Тогда еще оставь спал! Так, подожди, теперь нужно их всех хорошо вооружить. Ты согласен? Конечно! Давай! В атаку, пегасы! В атаку! В полет! Воздушные бои! Чё-то, Жека, серия не по плану пошла, вообще не по плану. Серия пошла совсем не по плану, это у нас такая, по-моему, первая серия получилась. Потому что нужно строить нормальный Nexus, без сраных... от этой, понимаешь? Понимаешь, Анисон, я тебе скажу честно, я это сделал только потому, что я построил пирамиду, да, потом я ее строил, типа, долго, я такой думаю, ну, не перестраивай же, а у меня войско не вошло, вот, поэтому пришлось сделать спуск вниз. Да, когда не входит, это проблема, я уже говорил. Ну, а что делать? Понимаешь, я не знаю, Жека, все просим Жеку, пожалуйста, никогда не строй лестницы, мы тебя умоляем, ну... Третью, четвертую серию подряд ты не можешь научиться, то что они тупят, а их мама не учила по лестнице забираться. Третью, четвертую, тут только в двух сериях мы так с этим столкнулись. Тут трех сериях. Их мама не научила, не воспитала в детстве, понимаешь, не умеют забираться вот так по лестнице, не умеют. Ну а я еще видел, что они тупые. Ну, а поэтому надо идти на уступки, понимаешь, они тупые. Я согласен, я исправлю. Ай-яй-яй-яй-яй, Жека. Мне кажется, ты все равно как бы выиграешь, потому что у меня тут Nexus-то и уже новый почти сломался. А я так потихонечку пкоцают.
Вообще не по плану. Я сейчас не знаю, что делать. Вообще не знаю уже как. Ну, я предлагаю оставить наших малышей здесь драться, вот. Не, я предлагаю посмотреть, как они Nexus сломают. Нравится тебе смотреть, как они ломают мой Nexus. И в ловушке, понимаешь, они даже сюда выбраться не могут. Да, думаю. Они застряли. Ну хорошо, ладно, тогда пошли. Вот именно, они застряли! Дезертирщики, трусы, мрази, смотри, гуляют. Короче. Я предлагаю перезаписать эту серию, поэтому иди сюда, будем перезаписывать. Иди сюда. Хорошо, давай. Начинай там, как делишки, ребятишки, давай. Не, надо, надо закончить эту серию, чтобы записать новую, поэтому эту быстренько заканчиваем и сразу выйдет новая. Не, ну подожди, ну новая, так только 15 тысяч лайков будет, выйдет. Ну поэтому нужно ее выпустить как можно скорее. А когда мы ее выпустим, ребят, зависит только от вас. Хоть завтра. Ставьте лайкусик, 15 тысяч лайков, выйдет новая серия, обещаем. Сразу же. С этим я согласен. И нужно 15 тысяч лайков ставить на оба видоса. Вот если вы на моем набралось, а на Эдисона нет, то нет. Если на Эдисона набралось, на мне, то тоже не будет серии. На двух. В воспитательных целях я в следующий раз возьму с собой ремень. Если Жека чё-то я обещаю, больше такого не повторится. Если я увижу где-то лестницу, жопа тебе! Жопа, понимаешь? Не да, это не бей! Без лестниц! Хорошо, я обещаю, что следующая серия будет точно без лестниц. И без пегасов этих в конце! Ты чё, пегасы? Это нормальная тема. В общем, спасибо всем за просмотр, ребят. Всем удачи и всем до свидания. Пока. Пока.